всех приветствую. Так, сегодня, значит, у нас вот такой вот ковшик. Его надо, так сказать, отремонтировать или довести до ума, или как это можно назвать. У него здесь, в общем, нету никаких, в общем, зацеплений. Это во-первых. Во-вторых, он сделанный немножко неправильно. У него вот эта часть, она всегда упирается в стену. Это надо спиливать полностью вот так вот. Это спиливать с одной стороны и с той стороны. Я уж его ворочать не буду потом. Вот. Полностью, значит, и эту надо будет стену всю или выпилить, или загнуть. Но тут уже я буду определяться, как и что. Посмотрю. Или выпиливать буду, или загинать. Вот. Потом дальше что? Его надо заузить. Он очень широкий. Незачем такой широкий, сын говорит. Это дольше копать, больше солярки. Понятное дело, что я с ним полностью согласен. Его надо заузить. Заузим. Заузить на, не помню, 35 сантиметров, что ли, он мне сказал. Ну, в общем, ладно, пока сейчас бока буду спиливать, потом позвоню. Вот. В общем, уточню, насколько его будем заужать. Но заужать буду так. Значит, центральный зуб выбросим полностью. Будем спиливать вот так. И будем спиливать вот так. То есть, как бы его вот так сожмем. Эту туда, эту сюда. Вместе сварим. Что-то типа такого. Ну, думаем, что должно что-то получиться. Вот. Ну, уже как получится или нет, будем смотреть. Так, процесс идет. Здесь снизу я прошелся. Полностью разрезал. Вот. До туда. Здесь только начал. Только-только нарисовал. Кончился у меня круг. Надо и болгарочки, надо немножко отдохнуть. Маленькая, ну хорошая. Пока что работает. Сейчас я обрезной кружок сменю. Продолжу. В общем, вчера уже допоздна. Еле-еле я тут эту всю спилил. Вот она у меня валяется. Вот. Сейчас буду здесь. Значит, примерно вот так. Сейчас буду размерять, как чего. Потом просто вместе чпок и все. Ну что-то типа вот такого получается. Немножко придется его, конечно, еще подровнять. Но по размерам он, конечно, уже намного меньше. Сейчас мы его вот так сделаем. Вот. В общем, я его расхреначил весь. Сейчас еще сын у меня подъедет. Сейчас тут что еще как определимся. Ну, я думаю, что, наверное, уже все. Может быть, еще вот эти щечки. Что-то с ними надо будет. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Здесь железку надо будет на эту часть заваривать, вырезать. Но это уже, как говорится, было бы к чему лепить. Вот. Так что вот так. Итак, начинаем сваривать две половинки. Где-то примерно будет вот так. Здесь немножко впереди неровно, но я думаю, заплавить это все можно будет. Вот такой вот ковшечек получился. Вот, в принципе, так-то неплохо. Ну, в общем, говорится, из того, что было, я, говорит, его слепила. Но остаются уши здесь. Ну, уши, я думаю, это не такое уж главное дело. В общем, не буду, наверное, я уши снимать, ребята. Ну, в принципе, можно сделать из большого вот такой вот маленький. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.